он туда не залазит, слышишь? В умелых руках залазит все. Прежде всего, что я хотел чинил штатив. А продюсер обычно свет ставит. И разные формы, то есть если там и... Все, давай, снимаем. Я уже сниму. Я ж тут никому не мешаю, да, если что? Нормально, да, на посте вырежу. Я оператор-постановщик. Чем сильнее ударишь, тем выше он поднимется. Да нет, прикольно. Классно. Это мы сделали, правильно? А вот это что? Ну, в принципе, после этого сможем Яну уже отпустить. На волю? Как отпустить? Как только ты выстраиваешь композицию, то уже свет вроде как бы и не важен. На прошлой съемке ты говорил, монтажность не важна. Здорово, что ты здесь с 8 утра. Он помог. Вот помог, так помог, Дима. Если бы не Дима, вот эти 10 кадров мы бы не сняли. Да. Умею рыбу рисовать. Да, рыба. Подзавис. Вот же ж. По двум, по белому и по зеленому. Да, и смотришь в камеру, да, с опасным видом, как всегда. Стой. Да офигение круто. Я пошел за Оскаром.